Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим легкую закуску с тортильей на каждый день. Такую закуску можно взять с собой на природу или как перекус на работу. Готовится она несложно и из самых обычных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 300 грамм вареного куриного филе нарезаем небольшими кубиками. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Подготовим яичницу для начинки. В миску разбиваем 4 яйца. Яйца солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем венчиком или вилкой до однородности, но не взбиваем. На разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла. Сюда же выливаем подготовленные яйца. Постоянно размешивая яйца лопаткой, доводим их до состояния, когда вся жидкость загустеет. Выключаем газ, а в сковороду добавляем нарезанное куриное мясо и петрушку. Все перемешиваем. Начинка готова. Берем тортилью, это тонкая лепешка для тако, и разогреваем ее на сковороде, чтобы она стала более пластичной и хорошо гнулась. Теплую лепешку быстро кладем на доску и сразу же выкладываем на нее начинку с яйцами и мясом. Сверху посыпаем тертым сыром. Лепешку сворачиваем со всех сторон квадратным конвертом. Кладем его сгибами вниз. Он остынет и будет держать свою форму. Так начиняем все лепешки. Этого количества начинки хватает на 16 лепешек. Еще больше разных закусок смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовые лепешки обжариваем на сковороде с небольшим количеством сливочного или растительного масла. Обжариваем с двух сторон, чтобы все хорошо прогрелось и расплавился сыр. Тортилью с начинкой можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Такая закуска получилась очень вкусной и сытной, и готовить ее совсем не сложно. Можно приготовить много такой закуски и заморозить ее впрок, а когда нужно, достать ее из морозильной камеры и сразу же разогреть на сковороде. Если вам понравился рецепт такой сытной закуски, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!